Так, всем привет. Сегодня, значит, пришел телефончик к нам N95. Вот коробочка от него. Такая вот. Ну, коробочка стандартная. От подобного телефона. Внутри там что у него там было. Есть такая штучка пластиковая, накрывается телефон. Не подложка. Значит, мануал. Такой вот. На английском языке он идет. И мини USB. Ну, в общем, стандартно для N95. Но даже еще тут в комплекте даже шла автомобильная зарядная. Наушники стандартные, нокиевские. Ну и соответственно сам телефон. Вот, телефон я тут уже погонял несколько дней. В принципе, работает отлично. Что сказать по поводу сборки? Сборка хорошая. Ничего не люфтит. Все красиво. Нареканий никаких нету. Так что. Динамик, кстати, разговорный громкий. Микрофон хороший. Камера работает отлично. Телефон, конечно же, старенький, но, в принципе, вполне очень даже хороший. Кстати, динамики очень громкие, стерео играют, вообще прелесть. Бас очень хороший, камера на 5 мегапикселей. Так. Вот такая вот. Камеру у нас, значит, нажимаем ОК и фотографируем чего-нибудь. То есть здесь кнопочка отдельная, фотоаппарат. Фотографирую, кстати, отлично. Вообще фотографии суперски делать на компьютере. Смотришь, когда цвета живые, насыщенные. Очень даже приемлемое качество фото, даже не приемлемое, я бы сказал, отличное, потому что для камеры 5 мегапикселей, вспышка яркая очень. Ну что сказать про камеру, камера здесь Carl Zeiss, еще тех времен, поэтому переживать за качество этой камеры не стоит, потому что камера тогда делали на совесть, сейчас не знаю, столько ко мне не попадали смартфонов, все хорошо, процессор хороший, блин, начинка отличная, но камера это просто там в современных смартфонах убожество. А здесь 5 мегапикселей выдают отличное качество. Сенсор, по-моему, какой-то есть. Приближение, удаление, выделение освещения, что-то такое. Камера, конечно же, есть. Телефон работает нормально. Такая менюшечка у него стандартная, Nokia, старенькая. Плеер тоже есть. Так, оп. Сейчас можно даже продемонстрируем, что там у нас играет. Так, где тут? Ой. Музыка. Все мелодии. А ну-ка. Динамик качественный. Вернее, даже здесь два. Один с этой стороны, один тут. Играют хорошо. Так, переходим. Динамики отличные. Все, спасибо, всем до свидания.